Эй, это все дико, например, пау-пау-пау, и мы курим дико. Это фараон. Фараон, я так и думала. С вами Ньюта, вы смотрите мой канал, и сейчас я нахожусь на своей родине в Беларуси, городе-герой Минск. И рядом со мной сидит чудесная девушка Яна Бревьяна. Помахай ручкой. Привет. А это блогерша из Минска. Она снимает о всяком творческом процессе, как сделать скраббукинг, как играть в симсах, как она проводит свое время. И, в принципе, очень позитивный человек, так что обязательно в конце этого видео подпишитесь на ее канал, потому что она чудесный человек, и мне очень приятно с ней знакомство. И сегодня мы сделаем такой интересный влог. Мы возьмем самые популярные последние 10 песен по версии ВКонтакте. Попробуем перевести припевы на белорусский язык. Цистизмом таким. Эй, это все дико, например. Пау, пау, пау. Прикольно. Песня фараона «Дико», например. Я врубаю дафпанка, крутит мне план. Это все дико, например. Пау, пау, пау. Фараон звучит лучше гораздо на белорусском языке. Гей, это все дико, например, пау-пау-пау. Гей, а мы смалим дико, например, пау-пау-пау. Гей, а мы виснем дико, например, пау-пау-пау. Ты не смог, а я дико отымел. Пау-пау-пау-пау. Наступная, следующая песня у нас будет Ольга Бузова «Мало половин». Легче. Прошу. Как Бузова я, наверное, даже спеть смогу. Легчей. Проще. Что нужно? Проще. Легчей, простей, наверное. Простей! О! Так, ладно! Супер! Легчей, простей. Уже не... кажется... Нет, сдается? Уже не сдается. Так бесконечно, так и будет, по-моему. Да. Бесконечно... Без тебя. У моей вселенной ты был господин. Господар. Господа, ну, господар это... Хозяин. Да, ну да, господин. Пусть будет господин, да. И никого вокруг. Только, вокол. Только ты один. Мало половин, мало-мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Ага. Такой рэпчик. Мало половин, мало-мало ага. Половин. Я открываю мир инших мужчин. Браво. Панда. Как это панда? Ну и с учетом, того, что эта песня такая же прозаичная, будем переводить тоже куплет. Есть парочка незнакомых слов для меня. Ой. Молодые пистолет. Худким курком. Ну да, курком. Худким курком. Я был затянут, хотел отпустить, оставить. Да, правильно же, оставить, наверное. Нет, сейчас не оставить, боже господи. Не тянуло. Да! Сейчас вылетит с головы. Сейчас, подождите, я вспомню. Застать! Следовать, это тоже какое-то очень страшное слово. Да, сейчас Google перевод. Подожди, вы даже не с переводчика читаете? Нет. Нет, я сама перевожу. Ничего себе. Знаешь, что самое смешное, что человек приехал из Питера и тебе говорит, как по-русскому сказать. Ну и дальше. Маланка! Маланка, маланка, маланка! И здесь мы будем переводить только припев. Помеж нами тает лед, пусть теперь нас никто не знойте, мы промокнем под дождем, и сегодня мы только у двоих. Помеж нами тает лед, пусть теперь нас никто не знойте, мы промокнем под дождем, и сегодня мы только у двоих. А, Молли и Егор Крид, если ты меня не любишь. Да, я тоже. Коли ты меня не любишь, то я так само не. Коли ты меня забудешь, то и я в отказ. Уйду в отказ. Напоследок песня не случайная. Лобода случайная. Так манить облака у чужие берега. А я поранилась, а тобой не сподявана. А я сама себе взломала пополам. Влюбилась или... Укахалась. Укахалась. Здесь уже укахалась. Так у себе отчаянно.
Что за слова у Лободы? Скажите, почему они такие сложные? Узнала по шагам, а я... По крохам. По крохам. А я так чакала тебе, узнала по крохам, а я твоя случайная... Выпадковая. А я твоя выпадковая. Вот и подошел к концу наш лингвистический урок белорусского языка. Вышло так, что переводили мы как с русского, так и с английского. Было это весьма интересно, захватывающе, немножко сложно, но современные технологии нам в помощь. Переходите по ссылке на канал Грильяны. Там мы с ней тоже сняли очень необычное, особенно для меня, видео. И было весьма весело. Я очень благодарю тебя за такую чудесную возможность коллаборейшена. И всего вам самого хорошего. Ставьте пальцы вверх, пальцы в воздух. И до побачення. Пока. Ты не смог, а я... О, господи, ты не смог, а...